Всем привет! Мы, как всегда, не сидим на месте, и опять мы едем в новое наше путешествие. И куда мы едем? Где мы будем жить? В Нёрф-комнату! Мы едем в парк развлечений, будем жить в Нёрф-комнате, а там может быть даже Нёрф-аттракционы, типа стрелялки, очень много всего интересного. Там еще есть. Там и аквапарк, и парк развлечений, и стрелялки, и пугалки, и все, что хочешь. Всего нам ехать 3,5 часа, мы уже 1,5 часа едем. Осталось нам 2 часа, и скоро, знаете, что мы будем делать? Мы приедем. Ехать нам еще 2 часа. Обедать? Сейчас будем есть. Кушать! Привет! Привет! Мы приехали на обед! Какой я... Как это? Поэт? Пошли искать, что мы тут будем есть. Welcome to Welcome Break. Давайте, чтобы мы время долго не тратили, в одном месте сейчас пойдем, быстренько все поедим и все. В одном месте, но я иду в Бургер Кинг, что-то себе найду. Я уже еду долго, уже сильно проголодался. О, вот такое что-то мне подойдет. Так, я буду есть внутри. Limited Time Offers, конечно, люблю самые limited, самые крутые. Я обычно в Subway заказываю спайси итальяну, так что закажу, да? Да, какой же хлеб выбрать? О, итальян фарби чиз. О, фарби чиз. Что мне взять? Овсянка, салат. Бургер Кинг здесь так долго жарят свои бургеры. Макс уже залепил свой сэндвич. Вот еще и салатик такой тоже прикольный здесь. Сейчас я жду Бургер Кинг. А что ты? Никак не определишься с выбором? Ну смотри, если ничего не хочешь, можно взять вот что-то вот такое. Если бы я не хотел есть сильно, овсяночку можно взять что-то такое сладенькое. То... Когда у них были уже пиццы какие-то? Не знаю, я вообще в Старбаксе мало ем что-то, поэтому я с них меню не знаком. Выберешь пиццу, Катя выбирает пиццу из Старбакса. Мне нравится моцарелла и томейто. Я возьму этот. Колбасой. Убью. Тогда этот. Окей, напитки заказываем и давай садимся уже кушать. Мне уже бурчит в животе. Кстати, как там мой заказ? Пойду посмотрю. A few moments later. Ну что, напитки заказали? Мой бургер уже готов. Я оставила мой сидбейк там. Вы что-то пьете? Не заказали? Я буду Oreo фрапо, а я буду карамель фрапо. Сладкоежки вы. Я думаю, что будет вкуснее с шоколадиком. А что это у тебя? А, да. Это Oreo Frappuccino, но без кофеина. Ям. Шоколадик. Ям. А у меня карамельное, и я только что увидела, что Кати делала. Сейчас мы поедим. Так, что у меня есть? У меня есть огромный бургер стейковый. У меня есть картошечка. Посмотрите на это. Это не просто картошечка. С сыром и хэмом. Катя, это мое место. А я, Катя, говорю, что Макс тут сидел. Да. Вот Катина пицца. Присаживайся. И Максимин бутер, и салатик. Смотрите на этот салатик. Тут только салатом можно наесться. Ну что, всем приятного аппетита. Покажи свой бургер. Бутер. Окей. Вот мой обитель. Он разваливает, сейчас упадет половина. Окей. Вот как он выглядит. Обалдеть. Кать, покажи свою пиццу. Давай. С нее пар идет. Добро. Ну что, всем приятного аппетита. Наслаждаемся, подсветляемся. И еще 2 часа дороги. Мы приехали. Зашел в магазин купить маленькой воды. Удобно в машине иметь. Посмотрите, какие там бутылки. Ничего стандартного не нашел. Какой-то Тайнант. И это из Уэльса. А где Уэльс находится, кто знает? Я даже не знаю, что такое Уэльс. Уэльс ты не знаешь? Макс, какой вопрос? Уэльс где находится? Что это такое? Возле Англии. Возле Англии. Это часть Великобритании. Вот такой вот непонятно китайская вода разливается в Великобритании. Знаете, это как мы хорошо подготовились к поездке? Камбуча. Это камбуча, да. Сейчас достану ключик. Ой, как он тут достается? Чуть не поломал. Ну, короче, как-то надо достать и вот это открыть. Нет никого, потом ничего. Потом мы еще купили не бубати, а вот этот джелли алоэ вера. С
смотрите, я подготовился к поездке. Я знаю, что дети любят всякую камбучу у нас. И вот реклама трусов почему-то... Мы на два дня поехали! Почему в камбучу кладут рекламу трусов? Папа, мы сюда два дня едем. У меня не было времени перебирать, чтобы оно ездило мне по машине. Я сейчас открыл и люблю коконат кефир. Отлично, подходит. А, и это в салон, и мы можем ехать дальше. Нам осталось полтора часа дороги. И тогда мы сможем вам показать ту красоту, где мы остановимся. Должно быть что-то вау. Максим вспомнил детство, решил посмотреть всякие игрушки. Пеппа Пиг даже? Не надо. Надо нерф. Смотрите, ё-милый единорожек. Где-то здесь наша комната. Нерф-рум. Открываем. И прошу нерф-комнату. Короче. Вот такой вот прикольный домик. Катя спит в домике на дереве. Телевизор у меня. Со своим телеком. У меня тоже. У Макса телек. Прикольно. Вот такая вот у нас шикарная комната. Катя спит вверху в домике на дереве. Макс внизу под домиком на дереве. А родители спят на шикарнейшей мега-супер-кинг-сайз огромной кровати. С подушками нерф, с обоями нерф. Здесь нерф, там нерф, и здесь тоже, и там тоже. Посмотрите на эти шторы, а? А? Крутые мишени. Точно так же шторкой закрывается детская эта зона спальная. Здесь не хватает еще кучу. Вот, Макс! А мы взяли с собой свои нерфы? Нет. Вот мишень. Сидишь в кресле, па-па-па-па-па. А? Круто! Они приклеенные, нет? А у меня там есть наверху. Ладно. Там. У тебя тоже пистолет? Тоже приклеенный. Зато шторка, смотрите, а? Вот такой вот нерф-шторка. Крутая. А ванная тоже нерф? Потому что я пока занят ремонтом шторки. Ванная? Макс покажет ванную. Обычная ванная. Обычная ванная, да? А ну-ка. Итак, шторку лучше не трогать. Все, мы уже поняли. Но она вот такая. Что это такое? Нерф. Туалетная бумага, нерф. Покажи. Обманщик. Я понял, чем мы будем стрелять. Туалетная бумага. Смотрите, смотрите. И что, будет получаться? Надо сесть в кресло, да? Кресло. И... Вау! Посмотри на мишень! Одна только осталась, все сбил. Кстати, мы так низко живем, посмотрите. Мы... У нас ground floor, и вот, пожалуйста, выходи на улицу, если не хочешь идти далеко. Не, я хочу. О, там цветочки на улице, красные. Мы идем. Продолжаем показ нашей комнаты. Вы видели, что тут даже подушки наши нерф. Тут еще вот это. Картины. Взрослые подушки нерф. Картины крутые нерф. Это не Макс? Это не. А, можно бёрдей пати делать. Нет. А сахар не нерф? Не-а. Кофе, чай, обычный какой-то Нескафе. Обычный чай, обычный чайник. Я нашла свою кровать. Здесь приставка Sony. Что я это такое? Я нашла свою PlayStation, кровать. PlayStation, что ли? Это DVD. DVD. Раритет какой-то. Да, это DVD-плеер. А кто-то проголодался уже? Вы знаете, у нас здесь включен и завтрак, и ужин, и даже какая-то дискотека. Дискотека? Целый список развлечений, да. Пошли искать и смотреть, что тут еще есть. Кстати, показать вам мою новую кровать. Твою новую кровать? Вот тут. Катя всегда находит самое удобное. Я даже в этот раз помещаюсь. Все, отлично. Кто-то может еще к нам прийти ночевать, потому что у Кати своя комната есть. Еще два человека могут там ночевать, потому что вот там под кроватью еще можно. Под кроватью я спать не буду. Я иду исследовать, что здесь есть еще, и идти на ужин. You're just now noticing the teeth. Have a good day, son. Good day. Я хочу фунтов за мои шузы заплатить. Все из парка выходят, а мы заходим. Почему? Потому что мы живем в отеле парка. Парк закрывается через 15 минут, а для гостей отеля
Здесь начинаются всякие развлечения, и даже ужин, и дискотека. Дискотека? И медведи, и волки. Вообще декорации прикольные, даже о, интересно погулять, тут, но, я смотрите, не знаю, будем мы тут кататься специально? Тут даже сигалс. Дети пофоткали этих местных чаек. Кстати, тут такие дружелюбные утки прям к рукам подходят. Они думают, что мы их будем кормить. Смотрите. Мы погуляли по парку, а теперь быстренько ужинаем в стейк-хаусе. Смотрите, какой бык прикольный. И Пушин попробует мой стейк. И Катя решила ламу тоже накормить папа мясом. Катя едет с сыром. Покажи ламу. It is my pet cheese. Смотрите, какое крутое место. А лама, кстати, с настоящей шерсти ламы. Да. Мы идем в настоящий стейк-хаус. Посмотрите, какое крутое здание. Наконец-то принесли нас ужин. У меня утка, у Макса стейк, у Кати ребра. Еще у нас есть такие вот грибочки и салатики. Да, мы сегодня поселились в очень интересной комнате. И вот думаем, что бы там еще поснимать. Может, 24 часа, а? Пишите свои идеи. Что можно поснимать в этой комнате? Мёрф-комнату, это же очень круто. Да. Так что пишите ваши идеи, но все-таки я склоняюсь 24 часа. Давайте, а давайте так, наберем много-много-много лайков, и мы что-то много-много там поснимаем. Нет. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Кушайте вкусно. И всем пока-пока.